Что, мы на третьем этапе зимнего чемпионата в Украине. Несмотря на то, что погода у нас не позволяет проводить такие этапы, два этапа состоялось полноценно. Был проведен полноценно топ-32, и участники получают удовольствие, получают скилл и натренировывают себя. Поэтому очень классно, что у нас проходят такие соревнования, и все в этом участвуют. Покататься не летнем дрифте, который летний дрифт с большим бюджетом, да, а можно вот поехать планово себе проехаться. Вот третий этап тоже приехал за новую команду от Трелла, которую меня пригласили. Сейчас будем стараться. Он с Никитой, может, потолкаемся как летом.